Вы знаете, что дело в том, что по поводу туризма. Я скажу, кстати, я недавно приехала из Египта. Нас отправили туда с Георгием Николаевичем. Я вам скажу, да, но я не в восторге. Я вспоминаю Ялту, я вспоминаю Сочи, я вспоминаю Мисхор, где мы были. Да, мы поездили уже, мы посмотрели. И если у нас сейчас, мы же уже все посмотрели, если у нас наладится немножечко более сервис такой приемлемый к тому, что мы видим, то у нас будет гораздо лучше. Наша, опять же, Ялта, Крым, опять же, это же чудесно, это красота непомерная. Также Прибалтика, хорошая Прибалтика. Вот, конечно, я ее не очень, так к нам... Не очень хорошие отношения в этой Прибалтике, все время так на нас смотрят, вроде мы враги их, не знаю почему, хотя мы к ним нормально относимся. Мы были вот в Юрмале, замечательно, Юрмала. Вот. Я думаю, что, конечно, наши будут уже ездить в наши края, в наши, потому что мы уже посмотрели все, уже изобилие это прошло, вот этот бум Турция, Египет, Италия. Понятно, что там хорошо, но... Но если наши немножечко подумают, чтобы снизить цены на самолеты, на поезда, тогда, конечно, мы будем ездить с удовольствием в наши края. У нас замечательное море, у нас замечательный там климат прекраснейший, и фрукты хорошие наши, отечественные. Поэтому я думаю, что наладятся наши будут ездить больше, нежели за рубеж.